эта мойва, насколько она вкусная, как семечки. Приготовить проще простого, а скушать так вообще. Мойву помыла, поставила, чтобы она немножко остекла. 2 столовых ложки муки, пол чайной ложки соли. Перемешиваю соль в муке. На разогретую сковороду выкладываю бумагу для запекания и немножко поливаю растительным маслом. Рыбу обмакиваю в муке и выкладываю на сковороду. Вот так. Ну, теперь уже я поняла, что растительного масла нужно добавлять чуть больше. Жалеть не нужно, потому что рыбка сама по себе не жирная. Она суховатая. А так вот посмотрите, как она хорошо отделяется от бумаги. Поджаривается с двух сторон изумительно. Поджаренную рыбку перекладываю на сухие салфетки до полного остывания. И как только рыбка остыла, можно кушать. Ну вкуснятина же, ну вкуснятина. Приготовьте вы и напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на мой вкусный канал. До новых встреч!